смотрите, вы отказываетесь дать свой телефон. Можно я вам скажу? Ирина. Отказываетесь, все очень хорошо. Я попросила у вас личный телефон, я попросила у вас рабочий телефон, пожалуйста. Перестаньте, успокойтесь. Дайте мне свой рабочий телефон. Но я не помню его сейчас. Как вы не помните? А как вы работаете, вы свою работу называете работой, и вы не помните свой личный телефон? Как? Вот так мы работаем, и так вот у нас в Каменске-Уральском проходит работа. Что и требовалось доказать. Вот она, комиссия из Екатеринбурга приехала. Он должен свое мнение было здесь сказать. Свои... Зачем? Мы уже поняли, все. Особенно. У нас очень мало времени. Я поняла. Монтаж некорректный. И все поняли, что у нас... Ну, просто некогда. Понимаете, времени нет. Хорошо выглядит. И вообще в спорте все великолепно. Ну, на такие объекты надо смотреть. На безопасности. Так травмировать да. можно. Да, да. Мы поняли, почему. Здравствуйте. Здравствуйте, извините, вот эта комиссия, да, у нас, которую мы ожидали с 11 часов, да? Здрасте. Ну, да, скажем так, комиссия. Ага, ну вот очень приятно. Меня зовут Ирина, я живу 60 лет здесь. Да. И я уже запрос в прокуратуру сделала к депутатам в Москву. Я не знаю, кто вы, я сейчас вас ждала с 11 часов. И мне вчера Кукарин сказал, что будет комиссия здесь. И поэтому я прямо вот в окно сидела, выглядывала, даже в спортзал не пошла. У нас очень мало времени. У нас тоже вопрос. Да. Я живу здесь 60 лет. Да. Вот эти деревья строил мой, садил, вернее, дома строил отец и мать. И деревья садила моя мать и отец, которые еще живы, им уже 90 с лишним, да? Что здесь сделали? Я хочу узнать, что здесь сделали. У кого я могу узнать, до кого я могу достучаться? Значит... Шмыков показывал мне проект, что будет здесь так, 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 все будет классно. Я не знаю, кто вы, можете представиться? Меня зовут Сазонова Екатерина Николаевна. Так. Я главный специалист-аналитик Центра компетенции формирования комфортной городской среды. Ну, не слышно вас. Ладно, мы поняли, что вы аналитик. Здесь кто-то есть из представителей из Москвы, вот знакомое лицо, но мне уже не узнать, наверное, все постарели. Вы зачем в Москву-то звоните, если есть администрация? Вот. Да, так смотрите, значит, вчера... единственное, кто приехал, Кукарин ответил. И единственное, кто ответил, кто проектом этим занимается, зам. Ну, я зам. Я с вами, наверное, по телефону разговаривал, да? Вы со мной разговаривали. С вами разговаривал. Очень приятно. Вот, видите, да? То есть я единственный человек, кто вчера со мной разговаривал. Все. Ни городская администрация, ни, значит, Пономарев, ни Шиширина, Шушарина, не знаю фамилию ее, в администрации города, архитектура не захотела со мной разговаривать. То есть сейчас я к депутатам написала огромное письмо, в понедельник я иду в прокуратуру. В том году я обратила внимание и сказала, обратите внимание на спортзал. Я не знаю, как вы можете заниматься, я вчера записали, мы с Кукариным пришли, и там занималась молодежь. И мы все это записали на видео. Понимаете? Сейчас я выставлю на свой YouTube-канал вот это вот видео, которое в течение месяца я здесь записала, как ребята работают, что они делают, понимаете, в каком состоянии они работают. Сейчас у нас 21 век, мы работаем в шлепках, потом, значит, мы в трусах, в купальных приезжаем, работаем. Вот это все у меня на видео записано. Вчера приехал на Toyota 111SB, там что-то такое, подрядчик по Барвицкому, да, или Боровицкий, кто он у вас там, управление хозяйством, тот вообще со мной не разговаривает, посылает меня на, и все. Что вот там с деревьями сделали? Кто это сделал так? У нас были клены, мы всегда просили и писали письма их откранировать. Что сделали с деревьями? Посмотрите, кто вырубил? Вы знаете, у моей мамы во рту намного красивее, чем вот эту набережную пропротив. Четыре тут, три тополя на Плющихе там. Скажите, да. У вас вопрос-то в чем состоит? Что сделал? Я сказала Кукарину, не троньте набережную. Вот те деньги, которые мы выиграли, вы просто приведите порядок, прокранируйте, сделайте, должна была бегать дорожка, ну, бегать. Давайте, да? Про деревья. Давайте. Что вас не устроило? А вас устраивает вот это то, что там три дерева тут, два на Плющихе там, там вырубили вообще здесь что? Здесь были очень хорошие, красивые деревья. На каком основании их вырубили? Наверное. Что? Деревья же новые будут высаживаться. Нет, он не сказал, но он, знаете, что вчера Кукарин сказал? И у меня это записано на видео. Поэтому, если хотите, вы можете дать свой мне имейл, я сделаю видео и с YouTube-канала вам перешлю. Что он сказал в течение 5 минут? Он сказал так, что, вы знаете, что, какое население здесь живет? Здесь бабушки одни 90 с чем-то лет. Потому что, когда я делала капитальный ремонт 45-го года, 2045-го, перенесла на 16-й год, да? Значит, бабульки одни живут, и половина здесь вообще уже поумирали. И Кукарин сказал,
мы вот это все вырубим, в пеньках у нас будут находиться цветы, мечта, да, вот, а потом каждый житель будет выходить и садить дерево. Кто житель? Моя мама 93 года, которая социальный работник, уже 20 лет приходит. Ребят, ну вы что, смеетесь, что ли? И к этому проекту тополя совершенно никакого отношения не имеет. А как вы так делаете? Вы хотите сами дерево посадить? Что? Я? Ну что, на маму-то? Минуточку. Я вам говорю, кто здесь живет. Минуточку. Я посадила достаточно. Я построила дорогу на ЖБ. Минуточку. Кто не... Я прописана в Москве. Что значит, я не живу здесь? А я здесь живу вместе с мамой. Минуточку. А где ваши дети живут? Если я сейчас копну, я знаю, где ваши дети живут. Наверняка за границей где-нибудь. И не надо... Вот, видите как? А вы говорите, что не обращает. А вы просите, кто? А вы зачем так со мной? А вы как начали со мной? А вы не хотите? Я хочу. Ну куда? В этот срач, извините за выражение, я строить ничего не буду. А вы просите, кто? Я первый заместитель главы города Башарин Дмитрий Вячеславович. А, это вы и есть. Бывший глава Красногорского района. Это вы и есть. Вы и есть. Вы со мной Башарин? Нет, подождите, есть какой-то управляющий хозяйством, вот это я вот, который... Я Башарин Дмитрий Вячеславович. Ну, это, наверное, вы и есть, да, с которым я обращалась и послали вы меня подальше. Не разговаривали ни разу. Нет. В общем, ситуация такова. Вы говорите про я поставила в известность всех, потому что то, что было в плане у Шмыкова на столе, в 101-м кабинете, в архитектуре, и то, что сейчас находится, и вы вырубаете 60-летние деревья, но и взамен ничего не садите... Что? Вы проект-то видели? Лично была у Шмыкова. Лично была у Шмыкова. На сайте города вы смотрели? Да, и смотрела на сайте города. И он говорит, лучше, говорит, сходи в 101-й кабинет. Там, говорит, у них планшет есть, и ты там посмотри. То есть вас устроил тот проект? Ну, он устроил. Но сейчас, когда я позвонила к вам вчера, и я, к сожалению, у меня телефон, когда я разговариваю, он записывает, да? Разговор был таков. Ну да. Ой, у нас очень мало времени. Вот, ага, хорошо. Понимаю, да, я поняла ваш посыл. Теперь вопрос, посыл. Люди, это вы когда стройку у себя ведете на даче, у вас разрешено людям ходить гулять по вашей стройке или нет? Почему с колясками здесь ходят? Почему? Я подняла в прокуратуру это здесь. Почему? А почему надо? Это уже последняя стадия завершения. Почему надо? А где это было 3 года назад? Почему это? Почему они в шлепках работают? Зафиксируем. Следующий вопрос. Деревья. По деревьям. Зафиксируем. Дальше. Почему они работают в шлепках? Это уже их личные вопросы. Это не личные вопросы. Это ваша... То есть вы людей, которые из третьей страны приехали, вы не считаете их за людей? Вы не даете им юниформу? Они работают у вас в крахов... Что такое? Как таким? Каким? Генеральная подрядная организация. Тогда вы обратите внимание и скажите, почему у вас люди не работают в униформе? Площадка, которая свой персонал выводит. Да, все отлично. И мне теперь хочется вам показать видео, если хотите, я вам перешлю. Да. И ребята, которые вчера, молодежь, они вам дали фидбэк администрации города. Кукарин был со мной, он был свидетелем. И если вы хотите, я вам перешлю эти видео с YouTube-канала. Они занимались, они били друг друга. Они говорят, здесь не то, что разойти. Я ногу себе повредила, понимаете? Я хожу в спортзал сейчас в Рубин. Всегда я имею в виду расстояние, там разойти... Пойдемте. Вы не важно, четвертый, но уже... Я вам сказала, деревья concern. Ребята, почему здесь люди ходят? Почему дети здесь ползают? Почему? Все, я вас услышала. Мы сейчас еще покажете, что вы хотели мне сказать. Что-то я посчитаю нужным, я зафиксирую. Мне можно ваши координаты? Потому что сейчас я машину запустила, и я думаю, что сейчас с Москвы пойдут сюда проверки и прочее, к сожалению. Потому что я вчера единственное вот до молодого человека достучалась, и все. Больше у Пономарева, а ты вообще кто такая? А что ты спрашиваешь, где он? Секретарь. Валера, я не знаю, отчество у него, мы в комсомоле вместе с ним были. Валера Пономарев, отчество не знаю, я не знаю. Кто у нас Валера Пономарев? Который депутат вашей думы какой-то там... Пермяков, вот, простите, да. Михайлович. Валерий Михайлович. Валерий, да. Валерий, ну вот, видите, если вы даже не знаете, я тем более. То есть, вы меня извините, но сделали асфальт, привезли асфальт для вот этого асфальта и вывалили весь на новый асфальт. Я тоже это видео записала. Как можно так на новый асфальт вывалить асфальт и обратно делать новый асфальт, когда этот асфальт уже поврежден? Ребята, ну, идемте в джим с вами, вот в спортзал.
Сейчас я вам покажу, что вчера и даже видео. Нет, это ведь уже новая уже созданная территория. Это уже ранее. Нет, подожди, снимать на видео. Вы не против? Скажите, а вы довольны, что вот так вот так сделали здесь? Расстояния такие большие между... Как вы думаете, это правильно сделали или нет? Расстояние побольше, на самом деле. Ну, вы думаете, как бы это сейф, вот так вот, что было? Что разойтись, не разойтись друг с другом? Никто ничего не ломал здесь? Нет, пока? Пока, да? На камеру можешь сломать. На камеру нет, ломать не нужно, но хотелось бы, вот, чтобы вы немножко рассказали ваши пожелания городу. Тем более мы идем в прокуратуру, идем в понедельник, вот по этому поводу. Вообще желательно, чтобы сделали расстояние побольше между тренажерами, потому что, вот, например, вот как вот этот тренажер, вот. Нет, вот вы занимаетесь, а я сейчас пойду к другому тренажеру. Все, вот вы вставайте, да? Вы вставайте, где наш товарищ депутат? Давайте, вот сейчас он будет заниматься, а вы идите, проходите мимо. Проходите. И причем архитектура, я была в том году госпожа Шишикина или Мушикина какая-то. Проходите, проходите мимо. Почему? Архитектура сказала, это нормально. Занимаются спортсмены. Нет, я понимаю, но вы пройдите, вам, допустим, к тренажеру нужно к другому. Вот, допустим, мне нужно к другому, я сейчас иду, и что вы думаете? И вот тут не, вот, не надо, не как надо. Не надо? Вас сейчас ударят. Вот, спасибо. А почему меня ударят? Потому что у нас что? Я не готов вам сказать, что тут случилось. Ну, я думаю, хорошо, так уже год разбираемся. Я в архитектуре была в том году в мае. У госпожи Шишикиной или Шишмыкина, она кто, не знаю. Да, вы как-то письменно оставили свое письмо. Я была лично и оставила письменно. На другой день они, это было в мае, я не помню число, они обтянули желтой лентой и сказала, мы разбираемся, поправим. Потом они отвечают мне, все нормально, это по стандартам. Ответ был в письменном виде, что это все нормально. Вот, пожалуйста, молодые люди занимаются, и они вам дают ответ, что это ненормально. Да, ну здесь, скорее всего, просто вот этот вот тренажер. Так не только этот тренажер, вообще все тренажеры. Здесь не разойтись. Вы ни в одном джиме в мире, не, может быть, в Индии где-то там, знаете. Да, где места не хватает. Может быть, там где-то увидите. Но где даже места хватает в Китае, вы не увидите такого. Нигде, ни в одной, даже в Москве вы не увидите такого. Даже в Свердловске вы не увидите такого. А для нашего города это нормально. 23. Как вот мы занимаемся? Как оно здесь должно? Ну, давайте, начинайте, 23. Занимайтесь молодежно пока. Легально давайте по лицу. А так делаем. Будь ты подлиннее, ты бы мне по лицу съездила. Да я и так могу. Вот это считает архитектура города Каменск-Уральска, что это нормально. Представляете? Это уже не смешно, на самом деле это уже не смешно, потому что это отмывание денег, в буквальном смысле слова. Больше я ничего не могу сказать. Вы согласны со мной? Да. Молодежь? Да, согласна. Вы в Каменске-Уральском живете или вы с другого города приехали? Мы здесь живем. Вот. Еще какие пожелания у вас городу есть? И в прокуратуру, ребята. Мы приехали в гости? Фонтанчики. Нет, мы, да, нет, мы вот про джим говорим, а вообще вот про этот проект. Красивый. Вот красивый город, видите, понравилось. Девушка приехала из Башкирии. Что нужно? Дорожки мы пошире. Пошли, да? И велодорожки. Широкая, что ли? Да. Велодорожки были в проекте, но деньги ушли, к сожалению, в карман, понимаете? И вот такая получилась. Ну, ребята, ну все, ну о чем вы говорите? Прямо раньше говорите. Ну, потому что я всю эту кухню знаю. Мне 60 лет, я прожила здесь всю свою жизнь. И не надо мне рассказывать вот это вот. Сегодня 12 число. Сегодня, значит, вот те трое, как ребята работали из нашего ближнего зарубежного, сегодня они в кроссовках. Вот. А так они были вообще в тапках. Просто в тапках. Ну, я не знаю почему. И там вот еще один товарищ есть. Возле трактора стоит. Ну, хотя бы сегодня, как после того, как я выставила на Одноклассники видео, как они вот приезжают, ремонтируют свои машины. Машины вот они сейчас ставят вот сюда, вот, к нам под окна, да, вот сюда. После этого что-то, хоть что-то зашевелилось. С апреля месяца, с апреля. Дальше. Довожу до вашего сведения, горожане, кто живет на набережной. Вот эти деревья не вырубали проектировщики, вот это. И вот эти деревья, как у бабки старой во рту, 4 тополя здесь, 3 тополя там, 2 тополя там, они так и останутся. Потому что
этим занимался Боровицкий или Боровицкий, который занимается по городу. Вот этого Боровицкого нужно в суд на него подать уже давным-давно. И на самом деле я очень скоро им займусь. Кто увидит это видео, пожалуйста, передайте, что этот товарищ Боровицкий, он уже заслуживает такого наказания, что это скоро очень придет. Поэтому, когда проект на набережной вот этот закончится, вот эти тополя, как стояли, три тополя здесь, два тополя там, три тополя там, это к этому проекту абсолютно не относится, и это делало городское хозяйство. Чем они мотивировали вот таким образом, уничтожали тополя, вместо того, чтобы кронировать их, они, значит, взяли их, повырубали, такую свалку устроили здесь. И только что я разговаривала с проектировщиками вот этого проекта, кто ответственный, не буду имена называть. Они сказали, что к тополям мы никакого отношения не имеем. Так что, господа, кто проживает на набережной, себе иллюзий не стройте. Вот как стоят у вас, как у бабки в старой, во рту, вот эти два тополя там, три тополя там, так они будут пожизненно стоять, пока нормальный человек сюда не придет. Это просто идиотизм. Работа Боровицкого. Раз, два, три, четыре, шесть тополей оставил здесь. Здесь вырубил все. Два тополя стоят здесь, потом вырубил, потом четыре тополя стоят здесь. Затем там все вырубил, и там опять стоят несколько тополей. И стоит одна береза. На каком основании? Кто ему это разрешил делать? Всегда кронировались тополя вот по где-то примерно середине, и потом тополя росли. Здесь на каком основании он взял, повырубал все тополя, вместо того, чтобы просто их обрезать, кронировать? Сейчас этот клен стоит, если подует ветер, то обязательно кого-нибудь пришибет. Зачем он обрезал? Я видела, кто работал. Работали алкоголики, он просто-напросто их нанял. Работали алкоголики здесь. Они пилили как могли, причем они пьяные сидели. И это все Боровицкий, это не первый раз. Также выделяются деньги, и никогда абсолютно никакой чистки нет на набережной. Посмотрите, какая грязь. Это после снега, а уже практически лето заканчивается. Куда деньги деваются, тоже непонятно. Также здесь ходят люди. Вы видите, красные стоят кабеля. Да? Здесь электричество уже протягивают. И здесь сейчас вечером начнут ходить люди с колясками. Дети будут кататься на скутерах по всем вот этим вот строительным площадкам. Это нарушение закона, понимаете? А вот молодой человек идет, да, я не знаю, вам видно, не видно? Наверное, видно, да? Вот там вдалеке. Он идет на своей спине, несет вот эти вот, я не знаю, как они называются, к асфальту. А сегодня они привезли, и вот там они будут ложить асфальт, и они на спине перетаскивают вот эти вот, я не знаю, честно говоря, как называется, балки, не балки, бордюры. Вот сейчас он будет ложить этот бордюр. Это безобразие, это просто безобразие. Я буду, конечно, делать депутатский запрос, и это все, материал весь пойдет человек. Вот так вот такие работники работают у господина Боровицкого. Я не знаю, кто это. Он пошел в трусах вот там вот, вдалеке, с пилой. Там стоит эта машина городского хозяйства. Сейчас мы... Вот он идет в трусах. Вот это вот так вот они работают. Вот это идет работник. Вот только что они пилили. Сейчас вот они распиливают вот так деревья. Полуживые, полу какие, непонятно. Тут вот начальник подъехал на Тойоте, 111, чего-то там B111, CA. Вот так вот господин Боровицкий в таком виде у нас работают работники в трусах, в купальниках. Это охренеть, просто охренеть. А извините, пожалуйста. А извините, пожалуйста, мужчины, даже не слышат. Кто вы? Вы городское управление хозяйства? Боровицкий или нет? Работники Боровицкого, да? Скажите, пожалуйста, а почему вот так вот тополя вырубили здесь? Кому? Боровицкому, да?
А почему тогда не убирают ничего? Вот деньги выделяются убирать каждый раз, и не каждый год не знаете, да? А вы-то кто? А вы-то кто? Какая организация? Подрядная. А, подрядная, все поняла, спасибо. Вот так вот Барвицкий нанимает подрядную организацию. Денежки, значит, отмывают. И вот они вот так вот пришли, это называется, они почистили. Смотрите, срач полнейший здесь, да, извините за выражение. Приехали в трусах, черти знает в чем. Это работники Барвицкого называются, и это подрядная организация. Вот таким образом отмываются денежки. И вот это все пойдет в прокуратуру. В понедельник я иду в прокуратуру. Потому что это вообще бардак самый настоящий. Это вы, называется, мусор так убрали, да? Капец. Ну вот, наверное, все знают эту машину. B111CA. Что-то там еще какая-то. Какой-то номер. Вот так вот. Вот он рассказывает сейчас, как ему нужно уборку куда-то ехать делать. Это вот так работают у Барвицкого. Вот сейчас здесь катаются дети по этой стройке. Сейчас он обматывает, значит, вот эти вот шлакоблоки или кирпичи какими-то тряпками. Один, да? Ни каски на голове, ничего. И вот сейчас они каким-то образом будут загружать вот в этот трактор. Ну, сейчас посмотрим, как они все это будут делать. Наверняка у них нет прав вождения трактором или еще что-то. Понимаете? Ага, сейчас он будет как-то цеплять. Вот, а тут же идут люди. Вот, смотрите, да? Вот, здесь же идут люди. Гуляют. Здесь провода торчат, как вы видите, вот красные, да? Вот, вот эти красные, это электрические провода проведены уже. Люди идут по стройке. Нормально, да? Сейчас они вот так вокруг обойдут. Я такого, я не видела такого. Это такое безобразие. Но это проверка для прокуратуры однозначно. Здесь идут люди, да? Представляете? Здесь, значит, идет стройка. Вот она, молодая пара идет. Здесь провода красные торчат, везде электрические, высоковольтные наверняка. И вот сейчас он поехал, каким-то образом будет загружать. Вира Майна. Это только в Каменск-Уральском, по-моему, такое. Я вообще в шоке, честно говоря. Ни каски, ничего, абсолютно нет. Ну, если прокуратура на это не обратит внимания, конечно, это все пойдет выше. Настоящую организацию. Вот молодежь прошла по щебенке, идет дальше вокруг стройки. А дети еще в садиках, наверное. Сейчас дети утром, вечером, вернее, придут, будут кататься здесь. Вот так вот он замайнал и сейчас поехал. Кошечки тут же у нас бегают вот по этим. По деревьям, которые уже прорастать надо. Деревья Барвицкого. Вот таким образом он поехал, повез. Это, конечно, так. Ну, вот я не знаю, видно, не видно. Вот эти ребята бегали там. Сейчас они бегают вот здесь. К сожалению, увидеть не могу. Ну, вот такая ситуация. У нас на стройке. А там кабеля они проложили уже. Вот, видите, кабеля там вдалеке. Красные кабеля. Вот как раз они сейчас к ним направляются. Потом там канавы, рвы. Сейчас они будут... Вон, они прям в канавы эти запрыгнули туда, вовнутрь. И вот по канавам... А там кабеля уже проложены в этих канавах. Если вы видите. Ну, пожалуйста, вам. Дети рядом со стройкой. Велосипедами.
Тут вот молодая пара идет. Там вдалеке по канавам, не знаю, может это Барвицкий ходит. Прям в канаву залез, и там ходит что-то по на телефоне, разговаривает с кем-то. Прям в канаву вот залез. Может где-то сам... Я, простите, не Барвицкий, а, я не знаю, начальник вот этого проекта или еще что-то. То есть наверняка он знает, что он делает. Ну, как бы вот так. Сейчас он идет в канаве, вышел из канавы. И пошел дальше. Давать указания. В этих канавах уже провода, как вы видите, проведены красные. Вот. Господин ходит, проверяет. Дает команды. А мама с детками на таком, в кавычках, благоустроенном объекте, на который вообще заходить нельзя, потому что идет стройка. Ну, катаются. И ремонтируют колесо. Ужас. Что у нас получается? Что у нас получается? Значит, у нас здесь будет красивый какой-то спуск, да? Смотрите. С подсветкой, как вы сказали, да? Давайте. Давайте. У нас здесь с вами сегодня реализуется, то есть федеральный проект, правильно? Да. То есть произошло рейтинговое голосование. То есть весь город проголосовал, не только жители нашего округа, и весь город проголосовал именно, то есть, за проект. Этот проект выставлялся, то есть, во всех средствах массовой информации, то есть каждый ставил за него галочки. И, соответственно, то есть, точно так же, то есть, он у нас был, данный проект, территория получилась очень большая, и у нас разбит был на несколько этапов. А если точнее, то есть он у нас был разбит на... Можно я вас чуть-чуть прерву? Вот это все предисловие мы знаем. Да, хорошо. Сегодня у нас концерн такой, что... Давайте. Хорошо, почему давайте. Люди ходят по этой территории, номер один? Давайте. На каком основании тополя вот таким вот непонятным образом вырубили, понимаете? Смотрите, вот это мне интересно. Тополя, которые были удалены, то есть они удалялись в рамках проекта, то есть освобождений самой территории. Здравствуйте. Вот. Здесь будут высажены деревья, то есть, ну, мы уже то есть как вот там вот, да? Да, там где будут... елки, где палки, где засушки, да, где слушайте, вот таким, ну, образом, вот, да? Здесь там, где елки, палки, засушки, это уже немножко как бы другой вопрос, то есть это вопрос уже к эксплуатации и так далее. То есть что в проекте... Она вообще есть эксплуатация? Конечно, есть. Мы же видим, что деревья растут. Ну, что вы а почему вы смеетесь тогда? Не, вы смеетесь. Я-то не смеюсь. То есть, я этот проект, как говорится, выхаживал, вынашивал. Половина засохла, вот, и, понимаете, говорят. Есть, я тут доказывал, что он действительно тут нам нужен, этот проект. А, на сегодняшний день, то есть вот сейчас вот мы стоим на этапе реализации данного проекта. То есть это у нас третий этап. Он на сегодняшний день... То есть, с апреля месяца. За 4 месяца сделано ничего абсолютно, понимаете? То есть, с подрядчиком, ну, я постараюсь встретиться, то есть, с заказчиком, ну, то есть, с нашим, кто заказал, то есть, соответственно, то есть, проговорим с подрядчиком, что на сегодняшний день, то есть, в графике он, не в графике, то есть, я это узнаю. А, что здесь будет сделано, то есть, это примерно как художник, когда рисует картину, то есть, нужно дождаться результата окончательного. Да. Хорошо, а потом, когда будет оконцовка, да, и будет потом... не то, что было в проект, запроектировано, да, в 2016 году, тогда как мы будем разруливать все это дело? Жду. 6 лет ждем. Не в 16 году. Ну, вы 6 лет ждете. Я здесь начал с 2008 года проводить субботники. То есть, как бы, и идти к этому проекту. То есть, у меня чуть-чуть, видимо, подлиннее получилось, чем у вас. Вот. И поэтому, то есть, ну, сегодня, вот вы мне скажите, плохо получилось? Плохо. Ужасно. А, ужасно? Ужасно. А почему? Объясню, почему? Почему? Потому что как в Москве проекты делаются, и как в Тюмени делаются проекты, как делают в Екатеринбурге. Я ни разу не видела, чтобы деревья в таком состоянии, и на каких-то основаниях вы говорите, что там деревья сгнило, там сгнило. У нас эти деревья были посажены нашими родителями. Ни одно дерево не было гнилое. Оно стояло, и все прекрасно. Я вам в 16 году сказала, вы эти деньги, федеральный бюджет, который дали, вы не троньте набережную, вы не сделаете так, как надо.
Понимаете, что и требовалось доказать. Вот то, что я видела на проекте у Шмыкова на столе в 2016 году, я лично была у него в кабинете, да, и то, что я вижу сейчас, это абсолютно небо и земля. Сегодня мне вот этот проектировщик, я забыла, как на П или на Р у него фамилия интересная, очень интересный человек, даже выслушал меня до конца, понимаете. Он говорит, а что вы хотите? Архитектор поменялся, поменяли проектировку, денег нет у нас. Поэтому, значит, работники из ближних зарубежных стран работают здесь втроем, в шлепанцах, да, приезжают сюда, машины ремонтируют, я вам видео это послала. Хорошо. Месяц, я месяц наблюдаю за ними. Сделано вот только куча вот эти земельные постелины и вот асфальт здесь. Почему люди здесь ходят по этой зоне, по рабочей зоне? Вы когда стройку ведете у себя дома, вы разрешаете людям заходить? Почему люди ходят туда-сюда? Дети на скутерах, на велосипедах, с собаками, маленькие дети бегают по канавам. Вы дома разрешаете это делать своим детям, нет? Давайте вот прямо сейчас, то есть я давайте на некоторые вопросы вам не смогу ответить, потому что на сегодняшний день, то есть, идет реализация, то есть, проекта. Да, то есть, ну, есть строитель, выясним этот вопрос, который вы мне сейчас задали, и я вам его чуть попозже отвечу, если хотите. Хорошо. На видео запишем точно так же на видео. Хорошо. Я выясню, почему вторая площадка, например, то есть на сегодняшний день не огорожена, должна она быть огорожена там, не должна. Да, или не должна она быть огорожена. То есть я этот момент проясню, то есть я обязательно вам сообщу. Хорошо. То есть если у нас идет проект в эксплуатации, он еще не запущен, но люди могут ходить. Вот сейчас я, как сказала, уже кабеля, вот, пожалуйста, здесь сделаем, да. Там вот смотрите, вот уже люди, там идет стройка, там канавы, там маленькие дети бегают. Это тоже нормально, да? В любом случае. А потом мы будем на человека закон выяснять. Снять, что человек погиб здесь. Нет. Это ненормально. То есть это ненормально. Я с вами не соглашусь, что вы говорите там нормально. То есть в любом случае, то есть стройплощадка должна быть огорожена, то есть или какими-то аншлагами, то есть или должны быть выставлены какие-то ограждения, то есть, ну, свободного доступа сюда не должно быть, это точно. Хорошо, возвращаемся к тополям. Да, так тополя у нас станутся, как у бабушки старые зубы, да, во рту, скажем. Извините, это очень плохое такое сравнение. Нет, смотрите, но там два тополя на этом, нет, на набережной, нет, там три. Что у нас будет с тополями? С тополями мы этот проект дореализуем, то есть у нас есть в планах здесь вот высадить, получается, вот эти старые тополя. Мы в прошлом году начали их уже убирать, как раз вот там вот старые тополя убрали. Высадим здесь, заплатили. Корявые оставили, а хорошие деревья убрали. Мы сейчас говорим про тополя, которые идут вдоль дороги, правильно? Наверное? Да и не только вдоль дороги, правильно она сказала? Жилец правильно сказала? Посмотрите, это разве дерево нормальное оставили? Очень хороший вопрос, то есть мы его зададим нашему заказчику, который у нас заказывал, и спросим у него, почему он оставил вот это вот дерево. Таких много таких, понимаете? Ну так и спросим тогда их у много него. Таких. Поэтому я, можно, вы задали про эти тополя, как у бабушки. Да, во рту зубки, да. Да, поэтому, то есть, здесь есть в плане высадка и аллея именных деревьев. То есть, чтобы мы, например, вы, может быть, захотите, может, кто-то из жителей захочет. То есть, было обращение у нас людей о том, что старые тополя заменить. То есть, они пушили, соответственно, люди вот здесь вот жили. То есть, есть официальное обращение от них. И мы потихонечку начали, думали, что же с этим сделать. Много времени думали. Потом приняли решение, что все-таки будем высаживать аллейных деревьев. То есть, заменим на хорошие, красивые. Мы вас услышали. Деревья. Спасибо огромное. Что у нас с придомовыми вот этими? Почему их не экранируют? А почему их просто обрубают? Вот какие, зачем? Почему? Придомовые? Как? Вот. Я же вам показывала. У нас он до 5-го этажа дошел клен. Все пообрубали. А это огромное, значит, ну, стоит ветвь. И если что-то вот сейчас буря какая-то, это явно кому-то на голову прилетит. А там очень много людей ходит, кстати. У меня мама живет в 15-м доме, она со второго этажа ничего не видит. Все, смотрите, вопрос понятен. Мы все разом сделать, наверное, невозможно. Так же, например, как и мы. Так же, как и мы. Уважаемые. Почему в Москве делается, в Тюмени и в других городах? Почему в Каменске невозможно? Объясните мне. Подожди, все разом сделать невозможно. Вот мы, например, сделали, почему же вы никто из вас не сказал, что вот восстановили асфальтированную дорожку, по которой ходили нет, когда-то ваши мы родители. Вам благодарность написали. Ничего же не сказали. Как никто не сказали? Мы не дошли вот еще до этого. Эту дорожку, получается, восстановили. Ее не было. Дальше получается. Есть план. Есть план. То есть точно так же прокранировать вот эти вот деревья. Эти деревья мы убрали, чтобы посадить аллею иных деревьев.
этим вопросом будем заниматься. То есть мы занимаемся, подготавливаем. Можно спросить, как долго это будет проект продолжаться? Слушайте, ну мы по хотели... поводу деревьев, вот этих аллей именной. Смотрите, то есть мы хотели сделать это весной. Весной у нас не получилось. Я думаю, почему? Почему не получилось? Угу. Ну, есть определенные финансовые трудности. Но этот проект федеральный? Нет, этот проект придумал я сам. То есть вот это вот высадить эти деревья, то есть просто выходили жители как раз вот именно, то есть старые тополя, их с ними надо бы что-то делать. Я говорю, ну давайте. То есть эти тополя не федеральный проект? Нет, конечно, это тополя мы убирали, то есть сами. Есть обследование этих всех деревьев, что они действительно уже разрушены, они, ну, может, пенькам там подойти, посмотреть, там внутри прям гнилые уже. А почему стержни. Тогда их не вырывали полностью с корнями? Зачем их пеньки оставляли? Когда уже их спиливали, то есть уже была постелена сваль. Есть, ну, то есть дальше есть продолжение. Не этого. Смешно? Нет. Сначала, нет. Значит, спилили, подождите. Потом постелили асфальт. Сейчас... Нет, не сперва спилили, постелили асфальт. То есть проект релиз пришел, то есть вообще, то есть мы приняли решение, что давайте вот начнем это делать, да, давайте начнем. На сегодняшний день есть специальная установка, которая это может все убрать. Ну, соответственно, то есть... Это опять деньги будет упираться. Все. Это будет намного дороже, чем бы было это все изначально. Потому что сейчас постелили асфальт. А еще одно видео есть. Когда они начали ложить вот этот асфальт, они на чистый, на новый асфальт навалили асфальт. И с этого асфальта начали ложить вот этот асфальт. Слушайте, ребята, серьезно. Для прокуратуры. Вот это было сделано в прошлом году. Я ни в одном городе России вот такой выкладки не видела. А в предыдущих лавочках там вообще уже все провалилось, трава растет. И почему вот таким образом сделано халатно все это, тоже непонятно. Ну вот полюбуйтесь, товарищи из ближайшего нашего зарубежья. Ремонтируют свою машину, кирпичики, вот как видите, вот эти рыжие кирпичи вот здесь вот, вот тут вот, он сейчас таскает их, и вот так вот они целый день машину ремонтируют, потом кирпичики загружают, которые для стройки, там вон шлакоблоки, да? Вот они вот там вот все это загружают, перетаскивают, куда они эти кирпичики увозят, тоже непонятно, конечно, трындец полный. Полный трындец. И никто не контролирует ничего. Вот такая вот картина уже я наблюдаю месяц целый. С 13 июня вот такая вот картина у нас здесь. Ужас. Вот они вот так вот целый день работают, ремонтируют машину свою. Вот сейчас еще одна машина подъехала. Вот так вот у нас работнички Каменск-Уральский работают над проектом, который должен был быть шикарным проектом, который рядом не стоял с тем, которое я видела в 2016 году на бумаге в архитектуре в 101 кабинете. Вот так вот мы целый день занимаемся своими личными проектами. Ну, умом Россию не понять. Кошмар.